Доброе утро, а мы на теплоходе Бородино. Проснулись сегодня рано, в 7 утра, и стоим сейчас в шлюзе, город Углич. Весь теплоход зовут на вкусный завтрак, а мы вон шлюзуемся. Вон там шлюз, шлюз в Угличе. А это наш второй день и первый завтрак на теплоходе Бородино. Спасибо всем за завтрак. Выезжаем он. Выплываем из шлюза в Угличе. Поплыли мы дальше. Привет-привет, хотите сплетни? Здесь товарищи близкие, все хорошо, все хорошо. Путь дальнейший, чтоб говорите, никто без счастья не успех. Кому сюрприз, кому покупка? А вот мы в город уже мышкам прибыли. Сейчас будем смотреть, по экскурсиям ходить и все покажем. Пришвартовались мы третьими. Вон там нам показали концертик маленький с мышками. Вон идем через рыночек, покажу. Тут столько много разных поделок. На первый взгляд классный, красивый город он на Волге. И много-много рыбы. Потом будем смотреть еще рыбу на рынках. Загляделся я на рынке, пошел я своих догонять. Вон, убегают уже. Догнал всех. 5 километров у нас сегодня будет прогулка по городу. Первое, куда мы идем, это музей валенков. Очень много тут валенков нам понравилось, а теперь нам он вниз пригласили. Посмотрим, что там. Ложки девочки уже 7 лет. Ну, посмотрели мы музей валенок, а теперь нам сказали, идем на мельницу. Вот мы внутри мельницы уже. Первым делом вот денежки считаем тут, да? А тут зерно он на муку моложе. Он высыпалось сюда, и сюда мешки. Вон мышки есть, жена мышки. А тут какие у нас вон мышки красивые, да, классные? О, привет-привет, мышки. Спасибо. Спасибо мышкам. Анюта, а тебе понравилось? Да. Суперски. Вышли мы вон из музея мышек, и вон опять вернулись сюда. Вон там наш сзади Бородино. Постройка мельницы, вот он, наверное. А там вон теплоход Бородино наш, и вон Волга. Вон, а мы с Анюткой уже проголодались. По ватрушке взяли. И маме еще с Кириллом. Теперь идем в музей живых ремесел. Вон, мышкиня. Давай, Анютка, показывай, как мышку будешь кормить. Давай. Вот, давай, пальчики сейчас, не? Опа. Вот и все, и съела твою денежку, да, мышка? А теперь мы на кузницу попали. Сейчас покажу, как тут все. Называется бор, горит каменный уголь. Температура угля 1500 градусов, и там нагревается быстро. Я лучше вырисую. Готов? Ну что, похож на сыночек, как он? Нет, не цветочек. Бабочка. Животное, но не бабочка. Класс. Сейчас песок нужно укоротить. Раньше спица имела длину, это была примерно ширина наковальни. Сейчас для красоты. Жарится. Жарится быстро металл. Просто. Просто готов металл. Тяги. Сейчас
Сейчас готово. Спицу трясти, закручиваю. Пройди с легкостью. Закручиваться, стираем. Все. Оберег вот. Охладить. Остываем. Спица холодная. Можно потрогать, посмотреть. Можно купить. Стоит 100 рублей. Если просто задавайте. Ну и что, Лен, понравилось? Вот да, классно. А тебе, Анет? Да. Способ самый простой, но ведь рисовать-то можно даже своим родным ноготочком. Нет, 1000 градусов. Тем не менее, даже после хороших обжигов такие изделия влагу-то легко могут и пропускать. Если есть вопросы, задавайте. Вот приходите к нам, вы мужчина, у вас не так уставать будет. Спасибо вам, музею ремесел, а мы пошли дальше. А теперь нас вон повели погулять по набережной и еще посмотрим разные вон эти церквушки, часовенки, ну и вообще в общем город. Набережная сзади, а мы идем вон вперед. На набережной памятник стоит, напоминает лицо Алёши. И тут вечный огонь. А мы пошли на набережную. В общем, плановая эта экскурсия закончена, и нас теперь отпустили, будем сами свободно гулять по городу. Вон наш как раз там Бородино отсортовался. А теперь он по набережной Волги, идем в монастырь. Также еще надо не забыть зайти на рынок рыбки купить и посмотреть что-нибудь вкусненькое. Годы относятся начало строительства. А это он Успенский собор. Идем туда. Анютке тут купили вон цепочку и с крестиком. Потом будем мерить, да, смотреть? Да. Мышкин. Мы тут все посмотрели, и нам очень понравилось. Все, мы идем на выход. Можно взять судочка нашего улица. Купили он себе рыбку, а детям еще черничка. Идем на корабль. Плюшки. И плюшки сладенькие. Будем отдыхать теперь. Чай пить. Ягодки кушать. А рыбку пробовали? У нас он лещ и судак. Он уже поднимаемся. Добрались мы он уже до корабля. Вон ягодку уже кушаем перед обедом. Черничку ложечками. А мне чаек заварили, еще купили. И идем на обед. На тебе тоже маленький. А мы вон сейчас отшвартовываться будем. И отшвартовываемся он. Будем сейчас уплывать в следующий город. Вон, у нас уже песенка, зовут на обед, а мы открыли, пошли кушать. А вот мы уже на обеде, борщичок у меня сегодня. Гуляли, я пришел сюда в ресторан и заказал такую вкусные сочные гнезда. А у нас вон с Анеткой лапки из баклажанов, какие вкусные, будем пробовать. У нас сегодня еще мороженое вкусное. Даже, наверное, с вишней. А теперь у нас вон в программе пляж. Многие вон едут на экскурсию, а мы вот на тот пляж пойдем купаться. Остался у нас сзади теплоход Бородино, а мы идем купаться. Купаться. Вон пляж, песочек, классненько. Там он для деток есть, наверное, какие-то аттракционы, да? Горки. Горки. И мы увидимся на пляже. Вон у нас та же рыбка есть. Нет. Песчаный пляж и полные ботинки сейчас будут, сандали, песка. Анютка говорит, футбол еще будет играть, только мячика нету. Мы уже с Леной один раз искупались, поплавали, потом я еще один раз искупался. А теперь он Кирюшка с Анюткой идут вдвоем. Давай.
Совершенно не глубоко, он везде глубоко. Песок, под нами тоже песок и кристальная чистая водичка. Давай, показывай. Ну все, вон покупались, а потом вон поплывем дальше. Там вон Рыбинское водохранилище и Рыбинск. У нас вон тут как классно, как на море находимся. Вон какие волны, вон наш там сзади теплоход, а вон река Волга. У нас тут в течение минуты вон какие уже волны морские. Ага. Море, море. Река Волга, море. А вот пляжи, где благополучно он стоит Бородино, и мы купались. Вот она опять Волга. А вот и мы. А вот опять Волга. Мы хорошо вон покупались и пришли поужинать. Вон у нас сегодня салатики, булочка. Да? Да. Будет еще рыбка и мясо.